Я снял снайпера и занял его позицию. Отсюда хороший обзор, все как на ладони. Прикрывай меня. Оттуда это будет делать проще. Обнаружен новый пользователь. Идет настройка. Ведение огня невозможно. Я на позиции. Вижу. Что делаем? По возможности надо сделать все тихо. Если заметишь на моем пути охранников, сразу сообщай. Ясно, босс. Если что, у винтовки есть глушитель. Надо бы осмотреться. Сразу за углом будет мина. Понял тебя. Я мог и не заметить. Перед тобой много групп охраны. Принято. Убираем всех по очереди. Желательно так, чтобы никто не заметил. Тут полно камер. Получу к ним доступ, когда снайперская система закончит настройку. Хорошо. Это может пригодиться. Вижу шахту главного лифта. Там идти рискованно, наверху охрана. Но ты поглядывай туда. Идти или нет? Вижу контейнеры. Могу пройти по ним на твою сторону. Да, тоже увидел. Сейчас сделаю тебе мост. Тут рядом служебный лифт. Поедем на нем вместе. Только сначала надо туда добраться. Прикрой меня. Настройка завершена. Включен режим ведения огня. Если что, коридор заминирован. В остальном все чисто. Понял. Выдвигаюсь. Я не вижу, что там за углом. Никого нет? Можно идти? Идет. Принял. Перемещаюсь в укрытие. Веди себя тихо. Выдвигаюсь. Вижу датчик движения. Обойти не могу. Займись им. Вижу какой-то генератор.
Выруби его. Датчик отключен. Хорошо. Иду дальше. Установлено соединение с системой наблюдения. Есть другая идея. Иди вглубь коридора и вниз. Понял. Выдвигаюсь. Стой. Над тобой патруль. Пережди. Если я двинусь, меня заметят. Займись ими. Еще один. Быстро. Минус двое. Хорошая работа. Идем дальше. Знаешь, чем мусорщик отличается от лука? Чем? Не плачешь, когда его режешь. Внимание, к тебе идет большой патруль. Принял. Перемещаюсь в укрытие. Контакт! Нас заметили. Придется прорываться. Прикрой меня, Ви. Смотри только в прицел. Тяжелая артиллерия. Вот и опоздавшие подтянулись. Дроны. Лучше перестрелять их на подлете. Нужен новый план. Они отступают. Надо их додавить. С меня глаз. Ви, мне нужна поддержка. Все чисто. Направляюсь к мосту.
Для профессионалов мы подняли слишком много шума, но отступать некуда. За мной, к лифту. Мы почти на месте. Да неужели... Что-то лицо у тебя бледное. Ну да, не ты же сегодня чуть не утонул. Ты точно справишься. Справлюсь. Ты меня сканируешь? У тебя кортизол подскочил. Не обращай внимания. Вспомнился другой лифт и другой отель. Тогда что-то не сложилось? А ты откуда знаешь? Мне положено замечать такие вещи. Я тоже не первый день в наемниках. Всякого успел навидаться. Я знаю. Просто учти, что мы идем в гости к местному тирану. И нам нужно выйти отсюда с его главным трофеем. Пора наряжаться. Надень костюм и попробуй изобразить правдоподобную. Гости ждут. Мы готовы. Надо отдать должное Хансену, Ви. Таких оживленных и пафосных тусовок я на своем веку не припомню. Присоединяйся к веселью побыстрее, а то я уже успел забыть вкус настоящего шампанского. Повторите, где именно на этаже? Сколько раненых и убитых? Черт! Так точно, сэр! Подтверждаю! Четвертый и седьмой сменят ваших людей. Конец связи. Если понадоблюсь, я буду у стойки. Добро пожаловать. Не желаете ли шампанского? Не откажусь. Приятного вам вечера. Так, это все Хансен. Если он начнет срать икрой и трюфелями, они в очередь выстроятся, чтобы подставить ему тарелку под жопу. Я имею в виду, чтобы он им не подсунул, они все сховают. Надо учитывать новые факторы. Компания Пиролеса. Следствие... Но это же не вопрос происхождения. Вот я всего достиг сам. Занял у родителей 100 тысяч и все инвестировал в себя.
И моя не потратил на элитных шлюх и синтококс, а вложился в обучение и импланты. И потом мне нужно еще три партии вернуть до конца месяца. Как только смог. Три много вопросов. Понимаете? Это не все дело в упорстве и самодисциплине. Если у тебя нет денег, значит, ты не хочешь их зарабатывать. Нам нужна надежная техника, которая будет... Да при чем тут послужный список? Тебе просто надо найти с Хансеном общий язык. По-твоему, если выдать пару военных лозунгов, он сразу согласится на возрождение 10% доктауна? Я не об этом. Надо расписать ему, какие будут доходы и расходы черным по белому. Вон тот тип выглядит один в один, как этот твой Ронин, Такемура. Подойди, вдруг это он. Ладно, еще разок. Вы выглядите как мой друг, Горо Такемура. Ваш друг тоже вышел из рехаба? Недавно он потерял работодателя, к которому был привязан. Теперь пытается привыкнуть к новой жизни. Передайте ему, чтоб не расстраивался. Предприимчивый человек всегда найдет работу в Найт-Сити. Может, ваш друг хочет попробовать себя в шоу-бизнесе? Мне бы пригодился дублер. Хм, интересное предложение. Я ему передам. Смотрите, вы мне обещали. Да ладно, пора бросать эти опять игры. Опять то же самое. Прямо с завтрашнего ты дня. Ты говорил, что Курт доволен. Почему я видела, как ты заигрывал с этой бабой из 50, идет подготовка стола. Игра начнется через минуту. Ну, давай, еще раз выиграю, и все. Мест нет, пожалуйста, пройдите к другому столу. Ты должен защищать. Мы не для того кидаем на нары двоих министров, чтобы он тут сохранял нейтралитет. Поэтому мой муж подписал. Завтра напомни ему, что в бомбейском филиале теряют терпение. Что теперь? Если б я знал. Она не уточнила, зачем нам сюда. Может, выйдет на связь или оставит для нас что-нибудь. Ты-то что собираешься делать? Пройдусь немного. Может, найду ее где-нибудь в толпе. Это правильно. Видишь, и справа от меня, в дальней ложе за лестницей. Человек в камуфляже, как будто только что пришел с полигона. Это владелец черного сапфира и всего Доктауна. Курт Хансен. Проводит вечер в компании комиссара полиции Найт-Сити. Если послушать его речи, так он ненавидит органы правопорядка, но это все мишура. За закрытыми дверями ничто не мешает ему брататься с офицерами. Не подходи к нему и тем более с ним не спорь. Старайся быть на виду. Если Сойка собралась нас искать, ей так будет проще. Я закажу что-нибудь и осмотрюсь. Остаемся на связи. Не наседай на людей, это вызовет подозрение. Делай вид, что ты пришел отдохнуть. Джин с тоником, пожалуйста. Я ищу знакомую, она должна была ждать меня тут. Окей. Как зовут вашу знакомую? Сон Соми. Кореянка. На вид лет 30. Ага. Я ее вроде видел где-то на этом этаже. Она была одна? Одна? Нет. Кажется, с ней был полковник Хансен. Но он сейчас общается с кем-то еще. А ее рядом с ним нет. Да? Это я вижу.
Выпейте потом за мое здоровье. Как вам будет угодно. Сойка? Нет. Ты все-таки добрался. Выглядишь удивленным. Это из-за стрижки? Вечеринка, платье, шампанское. Ты совсем не похожа на пленницу. Я в золотой клетке, Ви. Для меня отсюда нет выхода. Я рада, что ты пришел. Не знаю, что бы я делала, если бы у тебя не получилось. Если я правильно помню, ты не предлагала мне выбор. Просто сказала прийти сюда и пропала. Насчет вашего знакомого, Нетранера, который помог тебе подключиться, я убила его, да? Мы вместе обрекли его на смерть. Хорошо, что нас с тобой не убило. Мне не хватило времени, чтобы все объяснить. Сол, я сделала столько ошибок. Ничего страшного, Соми. Не переживай. Это мы во всем виноваты. Вы? Я знаю, чего от тебя требовали Майерс и ее клика. Они давили на тебя, а я не мог им помешать. Слушайте, давайте обсудим все это как-нибудь потом. Точно. Сейчас нам надо вытащить тебя отсюда. Я не могу уйти. Можешь, не бойся. Уйдем так же, как и пришли. Не в этом дело. Я умираю, Сол. Так же, как Ви. А у Хансена есть лекарство. Если мы сбежим, то умрем. Его убивает биочип, а меня черный заслон. Я не могу отступиться. Подожди. Ты тоже одной ногой в могиле. Могла бы сразу сказать. Не было времени. Его и сейчас нет. Вы должны мне помочь. Хансен нашел в бункере под Доктауном программу, которая может спасти и меня, и Ви. Чтобы украсть ее у Хансена, мне надо держаться рядом с ним и изображать пленницу. Соми, как же так? Главное, дождаться нужного момента. Я останусь здесь и свяжусь с вами, когда получу программу и буду готова отсюда сваливать. Любишь же ты усложнять. Соми, представишь меня своим друзьям? Редко случается, чтобы я не знал гостей, приглашенных на мою же вечеринку. А память на лице у меня хорошая. Курт Хансен. Я вы. Просто вы. Мы с Соми давно не виделись. Обсуждаем у кого что. Ах. Для меня встречаться со старыми друзьями – это как собирать осколки разбитого сердца. Или выбитые зубы. Всегда больно. Я вынужден похитить тебя, дорогая,
Пара политиков из Найт-Сити жаждет с тобой познакомиться. Чтобы держать голодных крыс подальше от Доктауна, приходится иногда бросать им какие-то крохи. Я в твоем распоряжении, Курт. До скорой встречи, Ви. Ух. Круто заработало. Подключение восстановилось, когда я тебя коснулась. Надо же. Мне надо переварить все это. И выпить. Я буду внизу. Я все придумала. Тебе надо только меня выслушать. Что происходит? С каких это пор пленные разгуливают в вечерних платьях по банкетным залам? Да еще и так мило общаются с тюремщиком. Это игра, Ви. Я пытаюсь выжить и добиться своего. Поэтому мне нужно притвориться, что я теперь принадлежу Хансену. Ви, я не все могу все объяснить прямо сейчас, но мне очень нужна твоя помощь. Я думаю только о том, как достать нам лекарства. Других целей у меня нет. Звучит довольно сомнительно. Меня тоже все это не радует. Ситуация дерьмовая для каждого из нас троих. Ладно, что за история с лекарством? Нам нужна нейроматрица. Тюрьма для Искинов из черного заслона. Матрица хранится на сервере, который Хансен достал из бункера. Проблема в том, что сервер защищен, и у Хансена нет ключа. Что вообще такое эта нейроматрица? Если коротко, то носитель с Искином, который связан определенными ограничениями. Искин способен выполнять то, что указано в рамках этих ограничений. Остальное уже частности. На них нет времени. Рассказывай про свой план. План Хансена завязан на меня и двух бывших разработчиков этой матрицы. У них остались коды доступа, которые они готовы продать. Черный рынок, как он есть. Эти ребята дают мне доступ, а я забираю матрицу и прочие данные с главного сервера. Мне нужно работать с ними. Нам это на руку. На вас украсть коды доступа и обезвредить нетраннеров. Так вы сможете выдать себя за них, чтобы встретиться с Хансеном и со мной. Мы уведем матрицу прямо у него из-под носа. И каким образом мы сможем выдать себя за нетраннеров? Кража личности – специализация нашей конторы. Алекс и Рид знают, что делать. Они объяснят. Не могу поверить, что именно эти двое будут нам помогать. Странная история. И с тобой, и с Хансеном. Что-то в ней не сходится. Ты опять не договариваешь. Меня раскроют раньше, чем я отвечу на все твои вопросы. Ви, нам нужна матрица. Сосредоточься на нетранерах. Они здесь, внизу. Рыжие близнецы. Просканируй их, как подойдешь. Ты уходишь от темы. Я оставила для вас разведанные в бокале шампанского. Передай их Риду. Они вам пригодятся. Мне правда пора, Ви. Надеюсь, ты справишься. Сойка? Ага, отключилась. Вау, это потрясающе.
Вижу, твой спецагент выдал себе спецзадание утопить горе на дне стакана. Я поговорил с Сойкой через биочип. Мы с ней снова на связи. Все нормально, Рид? Да. Просто надо немного подумать. Со мной всегда так. Если что-то случается, я ухожу в себя. Что-нибудь надумал? Угу. Теперь мы знаем, кто совершил покушение на Майерс. На кого ты думаешь? Не знаю, как ты. А я считаю, что случайность — это последствия событий, о которых мы не знаем. Хм. Каких еще событий? Самолет разбился именно в том районе, где правит человек, который нашел в секретном бункере какую-то непонятную программу. Это так. Мы с самого начала подозревали, что в наших рядах завелся предатель. Теперь можно утверждать, что за крушением шаттла стояла Сойка. И тебе хватило одного бокала, чтобы это понять? Для меня эта мозаика начала складываться уже там, на балконе, когда Сойка сказала, что умирает. Скорее всего, она договорилась с Хансеном заранее, еще до вылета. Обменяла жизнь президента на доступ к программе. Продать президента криминальному авторитету — это серьезно. Майерс вынуждала ее переступать черту за чертой, пока Соми не сорвалась. Ну, не знаю. Сон специально наняла меня, чтобы спасти Майерс из шаттла. Вряд ли она хотела убить ее или передать в руки Хансена. Все не так просто, Ви. Думаю, Сойка работала на два фронта. Одновременно говорила с Хансеном и с тобой. Сначала договорилась с ним, потом нашла тебя. Связалась с тобой через биочип и попросила спасти президента, чтобы получить индульгенцию. Ты нуждался в лекарстве, а значит, помог бы, даже если бы план не сработал. Так и вышло. Так и вышло. Мы прибежали ей на помощь. Сойка всегда умела планировать на несколько ходов вперед. А вот подстраиваться под ситуацию так и не научилась. В шахматах она была бы известна своими блестящими комбинациями и умопомрачительными поражениями. У меня впечатление, что она пытается мной вертеть. Вроде бы говорит больше, чем в начале, но явно многое утаивает. Не исключено. Осторожность не повредит. Но я хорошо знаю Соми. Что бы она ни делала, ей важно быть честной. А ты сам что думаешь об этом? Я не уверен, что вся вина лежит на Соми. В нашей работе все не то, чем кажется. Нужно задавать вопросы, если хочешь добраться до истины. Это приходит с опытом. Теперь нам надо вытащить ее из этой отвратительной ситуации, а уже после решать, что делать дальше. Ладно. Будем решать проблемы по мере поступления. Ладно, оставим рассуждения на потом. Она тебе сказала, как ей помочь. Чтобы получить программу, которая нам с ней нужна, придется встретиться с Хансеном, но потребуется подготовка. Мы должны прийти на встречу как пара нетранеров. До этого надо украсть их личность. Что бы это ни значило. Оттиски личности? То есть работаем как в Колумбии? Что это за люди и где их найти? Погоди, а как это делается? Ты знаешь, как украсть личность? С помощью метантропных технологий ФРУ. Ты видел, как Алекс ими пользуется.
Твой вид, голос и поведение становятся такими же, как у копируемой личности. Нужно только просканировать эту личность. Сойка оставила мне щепку. Посмотри, наша цель — рыжие близнецы, брат и сестра. Они где-то тут, среди гостей. Надо узнать о них больше, взять пробы эмоций. Нам с тобой предстоит их разговорить и просканировать. Вроде несложно. Ну так что, за работу? Вот они. Ого, как ты быстро их вычислил. Я давно на них поглядываю. Они выделяются даже из такой толпы. Кажется, хотят сыграть в рулетку. Алекс, ты на связи? Это твое первое задание, поэтому я буду тебе помогать. Ты сканируешь одного, я другого. Алекс нас ведет. Ви, я поделилась с тобой нашим оперативным бюджетом. Купи фишек и сыграй с ними. Только не всади все на первом кону. Подходим поодиночке. Ты меня не знаешь. Ну, за работу. Кстати, с рулеткой нам повезло. Игра располагает человека к эмоциям к радости при победе и отчаянию при проигрыше. Нам это и нужно. Приветствую, сэр. Хочу купить фишек. Пожалуйста. Желаю удачной игры. Теперь главное, ты пришел не отдыхать. Ставь только на черное или красное. Про 3 и 5 чисел даже Понял. Не думай. Вызывай у них разные эмоции. Только не резко, иначе они замкнутся, и мы ничего не получим. Сыграешь с нами? Черное. Делайте ваши ставки. Принимаете ставки? Разумеется. Пусть будет красное. Расслабься, возьми им выпить. Пошути. Я присоединюсь через минуту. Ставки сделаны. Ставок больше нет. Даже не представишься? Ви, а ты? Аврора Кассель, а этот Бука — мой брат Эмерик. Что вы пьете? Я угощаю. A bourbon for me. Alas, mon frère does not drink. Тогда бурбон для леди и натуральную воду для джентльмена. А для вас? Что-нибудь покрепче. Виски? У нас есть и нори. Японский. Еще лучше. Сейчас принесу ваши напитки. Один. Нечетное. Красное. И мерд! Делайте ваши ставки. Последний раз. Давай, давай. Черная. Ви, я не могу связаться с Ридом. Без понятия, где он. Тяни время. Я сейчас подумала. На твоей совести наверняка не меньше грехов, чем у всех, кого мы видим в этом зале.
Или ты просто турист? Неудачник, который живет только тем, что происходит у других. Она тебя провоцирует. А ты как думаешь? Ой-ой, первый бокал и уже флиртуешь? Смело. 35, нечетное черное. Не повезло. Нахер все это? Делайте ваши ставки. Не могу отделаться от чувства, что я вам помешал, когда подошел. Можешь не переживать по этому поводу. Ну что ты? Ви просто проявляет любезность. Ви? Ты же не подслушивал нас? 13. Нечетное. Черное. Рид не отвечает. У меня дурное предчувствие, Ви. Делайте ваши ставки. 8. Мое счастливое число. Все так, мне стало слишком интересно. В свою защиту скажу, что на вас невозможно не обратить внимания. Неужели? Подслушивать разговоры незнакомых людей опасно. Можно услышать больше, чем хотелось бы. Короче, мы не можем вечно ждать Рида. Тебе надо просканировать их самому. Мы обсуждали местную политику, в частности, хозяина вечера, Курта Хансена. Он продает большие пушки за большие деньги, а дружит со звездами, политиками, даже с главой полиции. Вот я и спрашиваю, не проще ли Хансену вести бизнес на законных основаниях? Ай, Кленнивуд. Мон шер фрер дисегриз. 33, нечетное, черное. Видимо, сегодня не мой день. Делайте ваши ставки. Конечно, ключевой вопрос. Кто такой Курт Хансен? Будь с ними осторожен, Ви. Точно недобропорядочный гражданин, который будет платить налоги. Чем взятки, которые он дает властям Найт-Сити, отличаются от налогов? Они помогают вести дела. Доктаун не выживет без Найт-Сити. Как и Хансен, дохода могла бы помочь. У меня у самой небольшая фирма в Париже. Мой зам принимает звонки, назначает встречи и отвлекает от меня внимание. А ему-то это зачем? Хансену? Снабжать оружием банановые республики – не самый законный и стабильный бизнес. 9. Нечетное, красное. Делайте ваши ставки. Tu ne serais pas en train de devenir trop pote avec lui? Mais fais pas ton jaloux, petit frère. C'est pas comme si on allait baiser, lui et moi. Какой милый спектакль ты тут разыгрываешь. Видишь, Эмерик, мы с тобой милые. Я бы на месте Хансена навела бы порядок в Доктауне, выкинула бы всю шваль и устроила рай для богатых. Просто богатеть скучно. Надо развивать сообщество, создавать рабочие места, устраивать банкеты. Она разговорилась. Очень хорошо. Если вкладывать в благотворительность, можно отмыть миллиарды, поверь мне. 11, нечетное, черное. Делайте ваши ставки. Ты наивная до умиления. Что? Хансен никогда не легализует свой бизнес. Это исключено. Хансен владеет Доктауном. Он мог бы сыграть на этом. Каким образом? Стать мэром? Перестань. Он настоящий мастер своего дела. Я имею в виду криминал. Он превратился из солдата в авторитета. Что ему мешает стать бизнесменом? Он и есть бизнесмен. Получать легальный статус, только чтобы сменить вывеску. Слишком трудозатратно. Отлично. Пошли откровения. 7. Нечетное. Красное.
Сука! Делайте ваши ставки. Я вижу, ты не особо уважаешь честных, законопослушных людей. Я так скажу, Ви. Я бы не видел разницы в том, что продавать дома или оружие, а вот потерять 5 лет, чтобы изменить чье-то представление обо мне. В гробу я видел тогда быть честным человеком. 20. Четное, черное. Делайте ваши ставки. Осталось еще совсем немного. Теперь нужно настоящее переживание. Расстрой их или рассмеши, не знаю. Время делать ставки. Давайте поставим на кон все, что мы выиграли сегодня. Только на разные цвета. Или ты выиграешь, или мы. Кто-то потеряет все. Совершенно верно. Постой. Ты подходишь, чем-то угощаешь, забалтываешь нас. А теперь хочешь играть на все? Выглядит странно. Думаю, тебе пора бы рассказать нам о себе. Опасный момент. Я Ви, наемник из посмертия. Выводы делай сам. Ну что, доволен? Ты выбирай первым. Я поставлю на красное. Тогда мы на черное. Давай, 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 давай! Семь. Нечетное. Красный. Putain de merde! Оставьте нас ненадолго, пожалуйста. Мои поздравления. Я знаю, что твой друг Рид из ФРУ. Логично предположить, что ты тоже агент. Как я полагаю, вы двое ответственны за то, что президент спаслась и выбралась из Доктауна. Стоило бы отправить вас в Найт-Сити по кусочкам в пластиковых мешках. Пытаешься меня напугать? Не знаю. А ты боишься? Мы же просто беседуем. Ты не станешь нас убивать. Я прав? Честно говоря, мне просто надоел цирк в новостях. Беспочвенные обвинения и поток оголтелой пропаганды. К счастью, сегодня все это закончится. Ты же рад, что мы спасли Майерс после твоего неудачного покушения, правильно? Кого ты пытаешься обмануть? Я разрешаю тебе и Риду покинуть отель. Никто не будет вам препятствовать. Считайте это моим жестом доброй воли. Ваша птичка сама ко мне прилетела. Ей надоело нарушать международное право по прихоти президента. Настолько, что она сбежала. Ломать черный заслон, вредить сети и всему человечеству ради выгоды одного человека. Интересно, что скажет сетевой дозор. Передай это президенту Майерс и скажи, что ее игрушка массового поражения теперь моя гостья. Пусть госпожа президент соизволит пойти нахер из моей песочницы, или об ее играх узнают все. Мне пора идти. Мистера Рида ты найдешь внизу. Ну и мудак же он. Ты же его слышала? Да уж, слышала. Ничего хорошего он не сказал. Этот мудозвон сказал, что я найду Рида внизу. Ну да, тон у него был не самый приятный. Уходи из отеля, Ви! Не искушай судьбу! Субтитры сделал DimaTorzok.
Иди к лифту и спускайся на первый этаж. Надо понять, что с Солом. Тебе нужно что-нибудь съесть, Лиззи. Нельзя так... Привет, Лиззи. Ви, ты что здесь делаешь? Могу задать тебе такой же вопрос. Ну да. Я не часто бываю в таких местах, но иногда случается. Доктаун, я тут перехожу в турборежим. Хорошо, что у меня есть Ави. Он мой новый телохранитель. Лучший за всю мою карьеру. Правда, очень уж заботливый. Очень приятно, Ави. Классная диадема, Лиззи. Нравится? Бери, будет твоя. Серьезно? Да у меня их много. Будешь выглядеть как часть моей команды, а для них открыты разные двери. Бери, пожалуйста. Ого. Спасибо, Лиззи. Похоже, ты собираешься дельтовать. Да, нам уже пора. С одной вечеринки на другую. Мой знакомый из Лагоса собирает друзей на яхте. Будут фейерверки, дайвинг, закрытый модный показ. Такие дела. Тебе бы, конечно, отдых на море не помешал. Но ты наверняка жутко занят. Тем более, мой знакомый любит скандалы. Так что я буквально тебя спасаю. Буквально. Спасибо. Ты как, планируешь новый альбом? Может, уже записываешь? Типа того. Сейчас мне интереснее думать о галактиках, туманностях и морских черепахах. Ого. И что это значит? Ви, я же рассказала тебе больше, чем своему продюсеру. Дальше придется подождать. У тебя все в порядке. В прошлый раз ты была немного... Нет. Все классно. Чувствую себя отлично. Как никогда. Да. Как никогда. Ну, продолжай в том же духе. Хорошего тебе вечера, Лиззи. Держись, Ви. Удачи тебе в твоем нелегком деле. Пока. Если хочешь, можем валить отсюда минут через 5. Вы из-под танцовки? Позвольте ваше приглашение, мадам. Сейчас что-то не так? Не беспокойтесь, это обычная проверка. Желаю прекрасного вечера. Что-то случилось? Пока проверяем. Я вот думаю о том, что сказал Хансен. Сойка — это живая атомная бомба, которая попала в арсенал Хансена. И он может привести ее в действие, когда захочет. Слушай, Ви, надо ее оттуда вытаскивать. Ради всеобщего блага. У полковника есть компромат на Майерс. Вряд ли ей что-то грозит. Но если общественность узнает, что президент нарушила международное право в области киберпространства... НСША пожалеет. Майерс придется или публично раскаяться и угробить свою карьеру, или восстать против всего мира и начать новую войну. Сука. Ох! Хоть бы раз у нас что-нибудь получилось, как запланировано. Мне кажется, мы в глубокой жопе. Вам с другом лучше пиздовать отсюда прямо сейчас. Выход прямо по курсу. Я вас выведу. Идем, Ви. Не будем задерживаться. Рид. Не сейчас, Ви. Это мы еще посмотрим. Не надо, Ви. Пойдем. Погоди-ка, это же вы сюда сегодня вломились. То есть как-то проскользнули через туннели.
Ты, наверное, нас с кем-то спутал. Не-не, это вы. Вы моих друзей убили. Мы, блядь, служили вместе. Может, Хансен вас и отпустил, а мы нет. Раз его здесь нету, всякое может случиться. Давай проверим. С удовольствием. Нам пора. Бег. Мне этого не хватало. Тяжелая артиллерия. Надо зайти. Давай. Противник. Он открылся. Все, теперь не уйдешь. Они меняют позиции. Пойдут справа. Перезаряжаю. Надо зайти с... Им конец. Не спите, стреляйте. Давайте, идиоты, окружайте его. Все, теперь не уйдет. Патронов нет, перезаряжаю пушку. Укрепляйте лед. Окружай его. Я пытаюсь. Перезаряжаю. Начали. Это твоя последняя ошибка. Давайте, идиоты, окружайте его.
Стреляйте, стреляйте. Мы загнали их в угол. Кружаем, бегом, бегом. Сейчас повеселимся. Да чтоб тебя убить его. Не высок. Не забывай про турель. Иду на контакт. На случай. Разделимся и сменим позиции. Я свяжусь с тобой позже. Я снаружи. Теперь надо сбросить хвост. Я тоже выбрался. Будь осторожен. До встречи. С тобой все в порядке? Алекс сказала, что ты сам просканировал нетраннеров. Лучше расскажи, где ты был и что с тобой случилось. Мы переживали. Я не хотел ставить наш план под угрозу. Когда ко мне подошли, я не стал сопротивляться. Меня приняли, прежде чем я успел до тебя дойти. Остальное не важно. Как вы там поиграли? Все прошло нормально? Хансен приходил поболтать. Вернее, поугрожать мне. Сказал, если Майерс не сдастся, весь мир узнает про Сойку и взлом черного заслона. То есть он понимает, что значит Сойка для президента? Оружие массового поражения. Да, он в курсе. Нам надо срочно вытаскивать ее оттуда, Рид. Этого я и опасался. Ладно, слушай. Мы с Алекс посмотрим, какие данные нам оставила Сойка. Это займет день-два. Отлично. Я тогда буду на связи. Хорошо. Мы позвоним, как только составим план действий. И еще, Ви, отличная работа.
этот хер думает, что мы его не достанем. Устроим ему сюрприз. Давай, когда? Когда я скажу? Thank you.